Всем доброе утро. Мы сейчас собираемся покататься на пиратском корабле. Такая экскурсия стоит 15 евро. Я сейчас сфотографирую знак, где написано, кто сколько стоит. Ну и тоже буду, конечно, снимать по мере путешествия. Путешествие на черной жемчужине, покатались, очень понравилось, хорошая экскурсия. Нам, конечно, она чуть-чуть не по возрасту, мы уже такие не подходим, но вот людям с детьми лет с 5 до 12 это вообще просто замечательно. Хорошая анимация, много музыки, много конкурсов. Нам тоже было интересно, конечно, но все-таки без детей только покатались, хотя кое-кто участвовал в конкурсах. В общем, нас приняли в пиратов всех поголовно, наставили нам печати, что мы принадлежим команде этой черной жемчужины, налили нам шампанского, облили с ног до головы водой, детям кока-колу наливали попить. В общем, всех нас облили там с ног до головы, как я уже сказала. Много было конкурсов музыкальных, танцевальных, команды вообще хорошие, такая прям молодцы ребята, стараются от души, отрабатывают свои деньги по полной. Причем экскурсия недорогая, 15 евро, и где-то в районе часа 2, наверное. Ну, 1,5-2 часа мы плавали, 2, наверное, точно. В общем, потом детишки победили Дэви Джонса, такого, который весь вот со щупальцами. И все, заключительная небольшая программа тоже, они там потанцевали, поплясали, и нас отвезли домой. Было здорово и весело. Конкурсы были как для детей, так и для взрослых. Так что поездку для, например, семей, бабушек, дедушек, да и родителей с детьми такого среднего возраста, с 5 до 12 лет, прям я основательно рекомендую. Ну, дети помладше, конечно, им тяжело. Им тяжело в силу того, что они просто пугаются вот этих ряженых пиратов. Это не самые привлекательные люди. Поэтому малышам, да, было не очень. И они там больше плакали, чем наслаждались поездкой. Lasciate sedere,
Dai, come on! You have my number! This evening! You want to do it? This happened! This... Ah, no, you're not single, okay. Cucina, 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 cucina